Всем привет! И прежде чем писать, что битва динозавров это ерунда, их невозможно предугадать, смотрите видео до конца, может быть, передумаете. Что ж, сегодня я открываю турнир «Сражение динозавров в Северной Америке». Эти все динозавры жили примерно в одно и то же время, разве что некоторые чуть-чуть раньше. И при этом битвы не будут такие тупые, как типа «Аркораптор против гиганотозавра». Нет, сражаться будут дино своей размерной и силовой категории. Ведь выиграет тот, кто получит больше побед, а не тот, кто победит всех. Ну а сегодня мы столкнем хищников, которые обитали практически в одном месте и почти в одно время. Мапузавра и гиганотозавра. Начнем с мапузавра. Длина 13 метров, рост 4 метра, вес 5-8 тонн, сила укуса 6080 пси, добыча. Аргентинозавры и другие зауроподы. Гиганотозавр. Длина 13 метров, рост 4,5 метров, вес 6-8 тонн, сила укуса 8000 лбс, добыча андизавры, лимайзавры, ну и, возможно, аргентинозавры тоже. Череп мапузавра меньше и уже, чем череп гиганотозавра. Однако мапузавр имеет более легкое телосложение, следовательно, он более маневрен и за счет своей маневренности может совершать тайные укусы. Есть мнение, что мапузавры были стайными животными. А вот андизавр... А вот гиганотозавр охотился один и на небольших зауроподов типа лимайзавра, андизавра. А вот зато, видите ли, мапузавры стаями заваливали аргентинозавров. Ну а предположение о стайности мапузавров основано на находке нескольких экземпляров, найденных в одном месте. Однако это и вовсе не доказательство, что они были стайными. Может быть, они просто попали в общую ловушку или просто собрались вокруг одной пары. Итого, у гиганотозавра больше силы укуса и, возможно, больше опыта охоты у мапузавра. У гиганотозавра большая масса, но зато мапузавр более маневренный. У обоих средний интеллект. И, как по мне, в этой битве 50% на то, что победит мапузавр, ну а 60% на то, что победит гиганотозавр. Так как по мне, гига победит по той причине, что все же, несмотря на то, что мапузавр более маневренный, гиганотозавра сила укуса будет сильнее. И один укус гиганотозавра будет сильнее, чем какой-нибудь мелкий укус мапузавра. Но, однако, не стоит забывать, что очень даже вероятно, что гиганотозавр не станет конкурировать с мапузавром и при случае, к примеру, отнимания добычи просто подойдет и спугнет его рыком. Ну а мапузавр не будет нападать на более крупного хищника. Если вы не согласны с своим мнением, обязательно пишите комментарии, так как мне очень интересно общаться с людьми, которые тоже любят динозавров, и у них другое мнение. Всем пока!